Ощущение праздника витает в воздухе, мы видим радостные лица людей. И замечательно, что вот эти традиции, они возрождаются. Мы будем их с каждым годом улучшать, расширять. Здесь фантастика, конечно. Брокколи, цветная капуста, картошка, яблоки из Митрополичьего сада, еще какие-то фрукты поедут к нам в Дом Милосердия в Паричье. Хотим все попробовать. Погулять последний день лета, погода есть. Так что все прекрасно. Здесь шикарно. Я считаю, что мы мало времени тут проводим в эту поездку. Поэтому специально, я думаю, надо приехать на целый день и с утра до вечера погулять, может быть, остаться. Очень красивый Кремль. Мы попили чайку, пирог поели уже здесь. И вот сейчас вот дети развлекаются у нас. Очень понравилось все. Здорово у вас здесь. Спасибо.